Дедушка, с чего начинается Родина? Для меня, внучок, это родной город Воронеж, который я защищал. Моя семья, мои друзья, однополчане. Сегодня 25 января, день освобождения города Воронежа. 212 дней и ночей шла осада города. Плавился камень, горел металл, но и люди стояли насмерть. Наш город превратился в руины. Но воронежцы совершили подвиг и полностью восстановили любимый город за 15 лет. Ты видишь, внучок, каким красивым он становится год от года. Тебе жить в этом городе, любить и беречь его.